Новосибирская пловчиха Ульяна Кузнецова стала двукратной чемпионкой России среди спортсменов с поражением двигательного аппарата. Подробнее Кристина Берлизова. 8:25. Тролль брас через раз, без дыхания. За одну тренировку Ульяна Кузнецова проплывает 3-4 километра. Сегодня работает на выносливость. После возвращения с чемпионата России всего день на отдых и снова на дорожку. Ульяна стала первой в заплывах на дистанциях 100 метров брасом и 400 метров вольным стилем. Конкуренток среди российских спортсменок у нее нет. Приходится улучшать собственные результаты. Я, конечно, знаю какие-то недостатки, какие лично для меня, что я там могла там меньше волноваться или там меньше... или где-то не так чистить в движениях. Но самое главное для меня быть довольна своей работой. Золотая медаль чемпионата мира у Ульяны уже есть. В позапрошлом году в Монреале она взяла золото. Первой стала и в 2014-м на чемпионате Европы в Нидерландах, установив новый европейский рекорд. На предстоящем чемпионате мира от нее ждут не меньших результатов. В общем-то, она в настоящее время примерно на том же уровне находится, как в прошлом году была. Вот. Но я думаю, у нас еще впереди, 3 месяца впереди. Вот. Я постараюсь попасть на сборы с ней. Под руководством Сергея Федоровича Ульяна плавает уже больше 5 лет. Метод кнута и пряника в ее случае не действует. Нужно больше ласки. Кричать бесполезно, улыбается Сергей Федорович. Для меня очень важно, чтобы меня хвалили. Так я лучше буду плыть. Поэтому ему приходится меня часто хвалить. Может, даже иногда не совсем за то, что надо. Сезон только начался, и простым для Ульяны не будет. На чемпионате мира разыграют путевки на самые важные соревнования в жизни любого спортсмена. Паралимпийские игры в Рио. Кристина Берлизова, Андрей Карасев. Новости ОТС.